Пай услада. Пирог длиной 10 метров. Песочное тесто с яблочным конфитюром. Традиционное болгарское угощение. Сегодня достанется каждому участнику и гостю фестиваля болгарской кухни. Праздник в парке имени Гагарина собрал сотни горожан неподалеку от самой болгарской в Самаре улицы Старозагора. На сцене славянские песни и танцы. Среди участников телеканал «Самара ГИС». Автор и ведущая кулинарного шоу «Болгарский перец» Марианна Мирная проводит викторину на лучшие знания и особенности кухни нашего балканского соседа. Предлагаю поучаствовать в конкурсе. Я принесла подарки от телекомпании «Самара ГИС» и от программы «Болгарский перец». По итогам викторины подарки получила тройка лидеров, которые быстро ответили на вкусные вопросы. Лучшие знания и особенности болгарского стола показала участница Лариса. Она признается, муж болгарин, и еда эта для них привычная, а Болгария – любимая страна для отдыха с детьми. Болгарии мне очень нравится, это замечательная страна, очень теплая, с теплыми людьми, радушными, которые действительно очень любят русских, очень хорошо к нам относятся. Там прекрасная кухня, там прекрасный отдых с детьми. Очень нравится нам туда. Болгарский язык знаете? Особичем телеканал «Самара ГИС». Фестиваль приурочен к юбилею Самарского знамени, под которым Болгария обрела независимость, и юбилею улицы Старозагора. Настало время напомнить всем о побратимских отношениях, чтобы наши народы стали еще ближе. Эти 140 лет русский и болгарский народ живет вместе. Естественно, и мы в промышленном районе, где 50 лет назад появилась улица Старозагора, а это некое вот продолжение праздника, подчеркивает, что потомки и нынешнее поколение чтят именно этот праздник, эту дружбу и дорожат ей. Самарский народ очень много внес в эти отношения. И инициатива гласного городской думы Петра Алабина, конечно же, является центральной в этих отношениях. Тогда, когда было расшито знамя в Иверском монастыре, передано болгарскому народу, и болгары очень ценят наши отношения и нашу дружбу. То, что мы сегодня с славянскими корнями открываем этот великолепный фестиваль болгарской кухни, я думаю, это еще раз поможет нам сблизиться и нашим народам больше дружить. И вот самый ответственный момент дегустации болгарского пирога. 150 килограммов сладости расходятся в считанные минуты. Те, кому не довелось побывать на фестивале, тоже смогут оценить особенности балканской кухни. В городских ресторанах открываются болгарские страницы в меню. Многие решили поддержать тренд на укрепление российско-болгарской дружбы. Болгарская страничка, так скажем, в нашем меню появилась буквально недавно, дней 10 назад. Связано это с тем, что мы узнали, что в городе Самара проводятся мероприятия, связанные с дружбой русского и болгарского народа. Вот. И мы решили как-то тоже обозначить это в своем ресторане. А значит, фестиваль продолжается, и, скорее всего, болгарская кухня станет столь же привычной для россиян, как и другие славянские. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.